Не прошло и года, когда нас наконец-то добрались первые партии обновленной линейки портативной акустики Atropu, впервые представленные на международной выставке инноваций IFA 2013. Свежая А-серия включает в себя динамики А300, А500, А600 и А800. Красивые подарочные упаковки этих товаров мало кого оставят равнодушным. Но забудем про обертку и разберемся с содержимым коробок. Начнем с того, что общего у этих устройств. Все динамики поддерживают беспроводную связь по новейшему протоколу Bluetooth 4.0. Каждый может мгновенно соединиться с мобильным устройством при помощи технологии NFC – Near Field Communication. Нужно лишь поднести их метки на расстоянии менее 1 см. Кроме того, при беспроводной связи поддерживается технология Multipoint, с помощью которой к акустике можно подключить два источника звука одновременно. А еще все динамики имеют стандартный 3,5-мм вход для аудиокабеля, работающий в случае отсутствия беспроводного сигнала. Благодаря столь широкой универсальности вариантов подключения, акустику A-Siri можно использовать практически с любыми мобильными и стационарными устройствами. Каждый динамик оснащен собственным встроенным аккумулятором, который делает устройства по-настоящему портативными. Хватает его заряда надолго, от 8 до 12 часов, в зависимости от модели. А для подзарядки, которая занимает не больше 3 часов, достаточно использовать комплектный кабель и любое свободное гнездо USB. Исключение составляет только крупная стереоакустика А800, имеющая собственный внешний блок питания. И, наконец, каждый динамик совместим со специальной программой Rappu Music, которая одновременно является удобным музыкальным менеджером для мобильного устройства и упрощает процесс его подключения к колонке. Программа доступна для скачивания на Android и iOS. А теперь о различиях. А300 и А600 выполнены из металла, в то время как А500 и А800 из пластика. Плавные алюминиевые обводы и закругленные углы корпусов А300 и А600 недвусмысленно намекают, что дизайнеры колонок явно вдохновлялись продукцией Apple, рядом с которой эта акустика будет смотреться весьма органично. А300 имеет отзывчивое сенсорное управление с подсветкой, вспыхивающей при прикосновениях. А600 же оснащена механической тройкой винтажных круглых кнопок и больше всего напоминает своим внешним видом будильник родом из 70-х. А300 имеет лишь один динамик, но благодаря хитрой технологии Radiation Invert Airflow звук, отражающийся от верхнего металлического антикрыла, создает впечатление наличия сабвуфера, издающего сочный низкий бас. А600 — это, по сути, сдвоенная акустика А300, звучащая еще лучше с применением той же технологии благодаря двум стереодинамикам. Если А300 имеет один направленный микрофон, позволяющий использовать колонку как средство конференц-связи, то в А600 таких микрофонов два, из-за чего можно на достойном уровне реализовать функцию активного шумоподавления. Один скрыт спереди за металлической решеткой, а второй находится сзади возле USB-порта. Оба устройства имеют простые чехлы для переноски. А500 – наиболее простой вариант среди новинок. Его пластиковый корпус покрыт приятным материалом типа Soft Touch. Два встроенных динамика лишены продвинутых технологий, поэтому низкие частоты здесь есть, но далеко не такие приятные, как у А300 или А600. Да и на высоких частотах устройство склонно похрипывать. Отверстие микрофона расположено сверху. В комплекте прилагается красивый чехол. Самая большая акустика из представленных сегодня – А800. Уже просто открывая крышку коробки, удерживая магнитами, понимаешь, что держишь в руках действительно престижный продукт. Это еще не хай-фай система, но нечто предельно близкое. Колонка сделана в форме арки. Сквозь защитную ткань просвечивают отверстия 4 динамиков, два из которых явно выполняют роль сабвуфера. Кнопки управления расположены сверху и имеют подсветку, срабатывающую от датчика приближения. Крупное углубление сзади — это не просто ручка для переноски, но еще один элемент высоких технологий, называемый GAW — Guided Acoustic Wave. Суть ее состоит в том, что звуковая волна, исходящая от передних динамиков, распространяется одновременно и через извилистый канал по направлению назад, создавая при этом насыщенное, теплое и по-настоящему объемное звучание. Хорошее звучание достигается еще и за счет специфической цифровой технологии передачи аудиосигнала через Bluetooth без потерь, называемый APTX. Данный метод заменяет сложное кодирование сигнала по протоколу AD2P, более простой и качественной компрессии и декомпрессии данных. В результате беспроводная музыка с мобильного устройства звучит почти так же хорошо, как и передаваемые по аудиокабелю. В общем, чтобы оценить качество звучания акустики А800, ее бесспорно нужно услышать вживую. Но нас оно определенно впечатлило. Пожалуй, ее можно назвать лучшей беспроводной колонкой в своем ценовом сегменте. Подводя итоги, отметим, что новая линейка акустических продуктов Atropu обладает стильным дизайном, отличным качеством звучания, универсальностью и простотой подключения, широким выбором расцветок и хорошей автономностью, что делает ее достойным выбором для требовательного покупателя.